Сегодня перед вами мойка модели Мой 3000М, изготовлена по спецзаказу без ершевателя. Данная машина изготовлена полностью из нержавейки и соответствует всем стандартам GMP. Данная машина питается от сети 220 вольт и потребляет порядка 180 ватт. Пожалуй, давайте я вам расскажу, как она работает, как она устроена. Кнопка сеть, кнопка стоп в случае экстренного необходимости экстренной остановки. У машины есть частотник, с помощью которого можете регулировать скорость вращения. Стоит два клапана. Один из них на обычную воду, второй на дистиллированную. В случае, если вам необходимо только, допустим, дистиллят, переходите в ручной режим и выбираете один из клапанов, который вам необходим. Сейчас, как вы у нас видите, подключен на втором клапане дистиллят. Также у каждого клапана есть время работы от 0 до 60 секунд, которое вы можете себя отрегулировать и поставить при необходимости. Пожалуй, давайте начнем в автоматическом режиме. Я продемонстрирую, как она работает. Сейчас первый клапан отрабатывать и пошел второй. Как вы видите, стоят разные подстаканники. То есть машина универсальная. В случае необходимости поднимается мышечная головка. Пожалуйста, машина омыла. Пусть еще раз цепи. Все, всем спасибо, до свидания.